буря эмоций, спортивный азарт, напряжение и крики болельщиков. Все это было не зря. В первой игре чемпионата России наши волейболистки из Заречья Одинцова обыграли ленинградку со счетом 3-0. Именно такой удачный исход предсказал один из болельщиков. Болею я за Заречье с момента, как они вышли в высшую лигу, еще когда главным тренером был Матиенко. Значит, в общем-то, стараюсь не пропускать игры. Ну, как получится, дело в том, что я работаю дедом, воспитываю внучку. Она вот тут вот бегает. Вот, поэтому по возможности хожу все время. А почему нравится эта команда? Почему? Ну как, это же родные. Наша команда с первых же минут стала лидером игры. На таком подъеме прошел весь первый сет. Девушки играли уверенно, слаженно, безошибочно. Опережали соперника на 5, иногда и 10 очков. Сильные подачи Марии Воробьевой, правильные пасы Ольги Ефимовой. Точная тактика всех игроков. Капитан команды принимала верные решения, и игра шла как по маслу. Но вот во второй партии игра задалась не сразу. Ленинградка собралась и начала давать усиленный отпор. Заречье уступала на несколько очков, потом нагоняла и к концу сета все же справилась с напряжением. С небольшим отрывом 25-17 мы выиграли и вторую партию. Возможно, снова помог позитивный настрой болельщиков. Мяч скользкий, площадку сменили. Освещенность влияет же на все. Ничего, адаптировались потихонечку. Как говорят, знаете, пословица такая есть: работа хороша концовкой. И здесь Константин не ошибся. В последней партии наши волейболистки выложились по полной. Но и петербурженки упорно боролись до конца. Обе команды шли почти вровень с переменным отставанием друг от друга на пару очков. Заречье все же переломило ход игры. Свою роль сыграли усиленная подготовка, верная стратегия и огромное желание победить. В итоге 25-21 в нашу пользу. Я очень довольна нашей командой, молодцы, все девчонки очень хотели выигрывать и с желанием все играли. Мы играли как одно целое, и я очень этому рад. Конечно, ошибки они будут, в любом случае, без них никуда, но будем исправлять на тренировках. Подрастают девочки, подрастают. Сегодня уже, я не буду фамилии называть, но вы поймете их потом. Поэтому подрастают, растут, уже выполняют правильные действия, то есть то, что нужно для победы. Но это мне нравится. Мы оказались психологически не готовы к этой матче. Играли вообще совершенно не в то, что готовили. Так бывает. Будем справляться, работать дальше. Ну а наша команда уже пакует чемоданы, ведь через пару дней очередная игра чемпионата. Она пройдет в Минске. Будем держать кулачки за наших девчонок. И пусть им снова повезет. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».